Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в Алде. Друзья мои, меня ограбили. Вы видите на своих мониторах, что у меня происходит. 9 алюминиевой проволоки у меня украли. Это 9 сундуков вокруг базы сломано. Ну не 9, конечно, 8 сломано. И в пикапе украдена еще одна эта проволока. Ну и так немножко по мелочи говна вынесли. Да. Сейчас я хочу посмотреть кое-что интересное. А вот стены... О-о-о, ничего, разруха какая. Ёпти-марапти. Вы чё меня так базу-то ломаете? Ё-моё, на... Стенка моя каменная. Сломана она. Вот одна. Вчера была целая ещё, сегодня уже сломана. Ну, это пипец какой-то. Опять минус. Блин, надо не забыть ту дверь. Тут не надо ставить дверь. Опять минус камень с этим. Кстати, смотрите, какая у меня дверца появилась. Металлическая, да. Слушайте, много, очень много ресурсов забирает эта стена. Очень много, особенно стальных пластин. Это я откуда приперся вчера? Кто мне подскажет, откуда я пришел? Кстати, на рыбалку я стал сейчас бегать, но я бегаю без удочки, я бегаю с гранатой. Так, бахну и бегом обратно домой. Как бы я не настолько сильно хочу сейчас на рыбалку ходить, правда? А сейчас, друзья, моментально все это разгружу, снабздюсь и пойдем с вами на рейд. Ну что, друзья, я практически уже готов. Я возьму с собой мачетку, доломанную практически. Возьму калаш на той поре, чтобы он у меня той же, там же и закончился. Конечно же, я немножко не подуспел, чтобы намыть зазы. Точнее, задницу. Вот так вот моем по-быстренькому сейчас. Все, друзья мои, я готов. Полностью, наверное, нет, не полностью. Сейчас проверю еще чоппер. Да ёпти-марапти, ну как так-то? Почему я пришел вчера домой и ничего не убрал? Вот это беда, вы посмотрите. Или это на рейде я был? Я даже уже не помню, где я был вчера. По-моему, на рейде. А по-моему, не помню. Скидываем все в этот сундук, пускай она тут валяется нафиг. Не буду я сейчас бегать, раскидывать. Мне свою базу очень жалко, правда. Ладно, садимся на чопак. Поехали. Посмотрим. Кто там наказчик, который разбил мне всю базу? Блин, какой чоппер этот никудышный, это пипец. Модель, точнее, не сам чоппер, а модель этого чоппера. База у нас называется... Ой, да ладно, ты издеваешься, что ли? Пипец, вот что мне делать, друзья? Мне надо, придется на свалку ехать. Я правда не хочу на свалку ехать, но... Вау, нейл. Нейл какой-то у нас. Друзья, первым делом сейчас делаем свалочку. Давайте на свалку сгоняем. Просто я не ожидал. Ладно, привал у дороги, фиксим там два огнестрела. Но там иногда ящик и пистолет попадается. А вот свалочку я не могу пропустить. Там бензин хорошо дают. А, так, мастер, фломастер, нет, дайте мне цунами, я на цунами хочу покататься, правда он грязнющий у меня, как фиг знает кто. Скидываем все барахло сюда, ну, барахло, барахлом это, конечно, не назовешь, но барахло барахлом. Немножко подожди, чуть-чуть, вот это скидываем, это мы на потом оставим, опа. Давай, беги, маленький, поехали, сейчас возьмем огнестрелу. Где у нас есть нормальный огнестрел? Миниган, миниган, миниганчик мой. Миниганчик мой. Эмочки. Давайте эмочки будем тратить. Ну, а чё мне жалеть-то эту эмку? И я бы немножко перекусил бы. Во. Всё, что ли? В смысле? Ты только жрать хотел. Бедам, бедам. Я надеюсь, что мне этого бензина хватит, друзья. Первым делом тогда свалка. А, я думал, сразу поедем на рейд. Нейл! Вот это база. Такой базы у меня еще не было. Нейл. Я даже не помню такого названия, нифига. Бывают плайеры, но их не так уж быстро запомнишь еще эти плайеры. Плайеров очень много бывает тоже. А, это рейд. Ну, все, это ладно, это на изи. Сейчас мы пройдем. Возьмем только бутылки с собой. А чоппер будет заправить. Давай, бомби! Бомби этих куриц всех налево и направо. Чё ты мой ящик тут открываешь? Я его потом заберу. Не трогай мой ящик. Никудышное это тело. Тело, тело, ты меня хотела. Тело, телом. И чё у нас тут вкусненького? Бензин. Я говорю, что тут есть бензин. Бензин надо забирать. Бензин это все.
Для меня это вообще все. Вызываем одного рейдера, пускай он сюда топает. Сейчас мы его накажем побыстренько. Давай! Отвали, курица. Вызываем второго рейдера, пускай он тоже сюда приходит. Когда их толпа стоит, это очень трудно. Они вас раздевают моментально практически. Давай! Опа, все. Теперь бежим к этим двум и расстрел. Расстрел на месте! Стоять! Закрыли рот. Все. Ну или... А, тут девка с этим... Не, блин, брать нет. Давайте я возьму, потому что у меня же рейдеры были. Да, траливали. Пока ты болтаешь, я чоппер немножко тут это, да? О, спасибо, награда моя уже. Смотрите-ка, ничего себе, я 3 канистры вынесу. Да плюс еще 18 бутылок бензина. Да еще плюс, наверное, будет двигатель хороший. Дайте мне не ржавый. Кстати, разбирал тут, а 2 двигателя подряд, и мне одна стальная пластина выпала. Маленький шанс, но он выпал. Отлично. А, так, еда нафиг, спирт заберем, это заберем. Ну и все остальное на разборочку. Я сейчас ожидаю, что не будет второго двигателя. Не будет ведь, да, второго? Нет, тут ржавый. Вот тот двигатель возьмем, а ржавый мы не будем трогать. Ой, а чё вы больше не даете мне? Так, это мне не надо, это не буду брать нифига. Поехали! Вау! Они с пистолетами стоят. Вот, правда, у того эмочка была. Чё ты мне дашь? Шапку, панамку? Ну, давай. Я для рейдеров собираю это говнище. Ой, это мне не надо. Вот это я заберу бензинчик. Плюс 6. Ну, еще 6 бутылок будет. И нормалек. И нормалек. По-моему, я одну машину пропустил. Или нет, или не про... Или я... Нет, я не помню. Правда не помню. Ну-ка. Эй, дурачок. Я забираю... А вот, вот эту. Я говорю, что какую-то из них я забыл. Открывай, маленький. Ну, блин, вот это... О, нифига себе. 3 канистры чуть тут не оставил. Нет, 3 канистры я не хочу здесь оставлять. Это все-таки моя канистра. Иди, иди, чучмек, иди. Я вас по одному сейчас тут перещелкаю. Вот так вот, хопа. Вай, смотрите, у меня броня покраснела. Все, сейчас еще чуть-чуть, и я отъеду. Хотя, не, не, нормально, все нормально. Сейчас мы их наладим. Отъехали оба. Ну, блин, я не знаю, друзья. Это говнище, по идее, мне надо собирать. Потому что рейдеры это говно любят. Подожди, маленький. У меня там еще целый сундук. А если... Вот это я заберу. Нафиг, не буду я... Ну, реально, друзья, ну не хочу я это забирать. Нафиг, пускай это будет так. У меня говна и так много везде. А куда бутылки исчезли? А, вон они тут. Ё-моё, я не туда смотрю. Девушка, у тебя есть место? Вот так вот, во. Пускай ботинки не настолько тут уломаны. Пускай, может, рейдерам понравятся такие говно-ботинки. Давайте забираем вот это мы хаваем. Это забираем, забираем и вот это заберем. Все. А, двигатель, двигатель ты мой где? Вот ты стоишь в полной темноте. Сейчас я тебя возьму с собой домой и разберу на стальную пластинку. Ну, давайте откроем сундук. Ну, где аккумулятор? О, еще... Да ладно, еще 2 бутылки. Еще 3 канистры бензина. 9 канистр, друзья. Смотрите, практически полный сетик. Это мы заберем. Это вот это возьмем. Вот так вот мы возьмем. Черную краску я пока собираю, потому что она у меня не полный 5 стаков. Угу. Двигатель. Можно еще вот эти 2 бутылки, наверное, залить. Вот так вот. Хоп. Так, а это я удалю. Нафиг. У меня этих бутылок дома хоть, я не знаю, хоть попой жри. Побежали домой, друзья. Встретимся с вами вместе уже на базе той, которая меня ограбила. Ну что, друзья, я полностью готов. Теперь все. Больше никто меня никуда не унесет. Чоппер у нас пустой, все набрали. Одну сишечку я возьму. Если что, вернемся обратно и еще одну возьмем. Потом еще, еще и еще. Хочу вас поздравить, точнее меня можете поздравить, то, что мне вторая база подряд попадается крутой. Реально. О, да, это она, друзья. Блин, ну сюда, конечно же, надо 2 С4.
Вот эти три сундука, из них два пустые, один посередине, там много дерева. Давайте пробежимся вокруг. Как база, так офигенно. Шипов здесь немерено, правда. Сундуков также полным-полно. Здесь стоит у нас генератор. Ой, да, генератор. Он не доделан. Жалко, нельзя вот эти резиновые детали отсюда хлоп снять и унести. И тут не обижать. Но зато удобно будет спрятаться от громилы. Друзья, пойдем, конечно же, по-другому, по другой стороне. Сейчас я пробегу, покажу, что это вообще за база, как ее едят и с чем, из чего она построена. Вот, в округе она вот такая вся. Здесь есть у нас, конечно, стоит вездеход, который везде ходит. Вот такая базища. Базища огромная, правда, на весь приват. Вот этот и вот этот не ломайте. Вот этот можете сломать, но там одно дерево, больше там ничего нет. Здесь как мы пойдем? Так, не здесь мы пойдем. Мы пойдем, наверное, вот через... Не-не-не-не, подожди, подожди. Вот через этот, давай, пойдем. Вот через эту стеночку мы пойдем. Надеюсь, я правильно все буду делать. И я сейчас войду. Надеюсь, что я войду. Да, я вошел. Но зомбики, но они не должны, видите, войти, да? Надо было не брать калаш, правда. Надо было не брать галаш. Блин, не сказал такое слово. Галаш. Что за галаш, не знаю. Ой, подожди, Поровоз, я взорву. Если C4 взорву, я взорву этот сундук и тот, который внутри есть. Это беда. Это беда, правда. С громилой мы, друзья, побегаем, правда? В этот раз побегаем. Надеюсь, я не сольюсь никак здесь. А не буду я здесь сливаться. Вот здесь, если пробегу, не должен я слиться. Вот в этом сундуке очень много досок. Вот в этом, друзья, очень много. Я из-за этого сундука не хотел с этой стороны заходить. Также сундуки у нас стоят вот с этой стороны. Правда, я не знаю, что это за сундуки, мне их не видно. А нет, видно, это простые, это первый уровень сундуков. Мы их также с вами откроем, посмотрим, что в них. Но в них, наверное, простые ресурсики. А вот то, что здесь, а внутри, вот в этих двух каменных стенах находится, это просто фиаско, друзья. Давайте взрываем тогда первую стеночку. Надо как-нибудь так правильно встать, чтобы... Так, это первая, вот это вторая. Надеюсь, я правильно стою. Надеюсь. Давай, закладывай. Бежим! Бах, друзья, ко мне бегут зомбаки. Оказывается, друзья, у меня ни одного лагает, когда я нахожусь в здании и когда чуваки ко мне не могут попасть. Правда, это не у меня одного, это у всех, ну, кто играет в ЛД, кто записывает, короче, видеоролики, у всех такая фишка. Видите, у меня пролагивает. Вот. Так что это не у меня одного. Подожди, маленький, а давай их мы отгоним и по шипам проведем. Нафиг мне тратить оружие, правильно, да, друзья? Ой, у толстяка-то, смотрите, 10 хпшечек осталось. Всего 10. Ой, все, исчез. Исчез радар, а нас толстяк. Давайте посмотрим, что у нас в первых сундуках здесь. Ну, здесь, да, здесь ничего такого интересного нету, но есть стальная пластина. Стальную пластину, друзья, лучше берите. Это вообще бомба. И здесь начинается просто... Ё-моё! Как хорошо! Три красных талона, 10, так, не будем забывать, 10 дубовых досок, да. Эмочка, глок не ломанный, кукарику я возьму. Пружинки, насчет меди я, наверное, не буду. Ну что, тут одна медька, я не хочу ее брать. Правда, не хочу. Первый, нет, не первый, это второй рейд подряд, друзья. Вот это да, сейчас побежит вторая волна. Также ее об шипы сейчас обдраем. Всеми толстяками мы разобрались. О, я чуть сам не откис, вот это да. Смотрите дальше, что будет. Миниган, ё-моё, дробовик. Глок, это просто бомбическая вещь. Зря, конечно. Ой! Я обостялся. Я обостялся, это не вовремя. Ну что, друзья, вот все, что вам нужно, забирайте. Мне это нафиг все барахло не надо. Мне очень попадается много колес на локациях. Очень много, правда. Не на ту кнопочку нажал немножко. О, а это мы ломали. Давайте следующий сундучелу. Давай, давай, маленький. Рубай, рубай. Ну, чё встал-то? Чё смотришь-то? Ну! У меня все полно попа. Вони, васе, васе. Есть также кислотная ванна. Интересно, если ее разобрать, что мы получим с нее? Какой-нибудь барахлишко? Не знаю, правда, не знаю. Ладно, не будем. Колеса я уже перестал собирать, потому что колес у меня дома немерено.
просто немерено дома колес. Давайте ломаем этот. Воу-в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 оу
конечно же, апгрейдился. Вы посмотрите, сколько барахла! Ё-моё, это еще только 4 сундука. Ну, там пятый можно не считать, там только одна стальная пластина была. И то не я ломала, сишка ее взорвала. Бежим, давайте сейчас сюда. Скидываем огнестрельчик. Вай, дробовики, калаши. Скарчик. Винторез, да блин, почему я все время их путаю? Винторез, миниган, да-да-да-да-да. Вай, эмочка и два глока, друзья мои. Я просто, блин, у меня полная попа радости. Нифига себе, целый, целиком, полностью, полный, блин, чоппер. Вот это да, просто восхитительно. Но это еще не все, подождите. Там еще много всего барахла есть. Хотя, знаете, что я сделаю? Давайте я сначала откисну. Там все равно у нас скоро будет еще одна волна. Вот так вот по-быстренькому мы сейчас покрутимся здесь. Вау! Друзья, также хотел попросить, кто не подписан на канал, не проходите мимо. Подписывайтесь, у меня видеоролики выходят в каждый день. А мы вернулись обратно с тобой. Давайте я подвезу немножко чоппер поближе. Вот так вот. Вот где я там сдох, где-то там трали-вали. Ты можешь заехать туда, нет? Пожалуйста, там есть территория, где можно тебя поставить и выйти с тебя же. Вот. О! Очуменно. Вот здесь и стой. Никуда не двигайся, никуда не ходи. А то ты у меня любишь ходить, где попало. Взял я, друзья, сишечку. Да, немножко топоров. Ой, у меня не влазит. Вот так вот. Влазит. Все. Чики-поки. Нормалек. Нормалечек. Мы-то с тобой сейчас наберем. Всякого говна наберем. Правда, друзья. Конечно, железные топоры жалко, но ничего не поделаешь, если я их буду выкидывать. Просто мне просто их некуда девать. Слово просто повторилось два раза. Сталь. Ё-моё. Вот есть одна беда, то что, блин. Как бы, если я сейчас взорву стенку, там сколько у нас, господи, забыл, как называется. А чё это с толстым? Не понял. Он висит! А он не один висит, их тут много. Вы смотрите, друзья, он висит! Как это может быть? Ладно, я что-то прилип к этому жирному. Он висит, просто висит. О чем я говорил? Я забыл о чем. Я забыл, правда. Я забыл, о чем говорил. Ладно, фиксим. Бронь надо забрать. Бронечку надо забрать. Можно даже сразу в чоппер внести. Потому что у меня места уже больше нету пока что. У меня топоров взято. Я просто хочу все сундуки вскрыть. Мне интересно, что там будет. Давайте бронь сюда закидываем. Вот так. Хоп, хоп. Нормальчик. Я не знаю насчет этой синей карты, так как у меня очень много дома ее. Давайте вот это закинем. И, наверное, вот это еще закинем. Вот так. Хоп. Нормально. Вот есть одна беда, то что есть сундук, где есть 8 канистр. Но чтобы туда попасть, нужно взрывать стенку. А стенку надо взрывать вот... Вот эту стенку надо взрывать. Но после взрыва прибежит громила. Это, наверное, уже 100%. Наверное, он прибежит к нам. Это, наверное, Штопучев. Штопучев. Сто пудов. Блин, а вот я не знаю, что мне делать, а? Как вы думаете? Вот здесь есть целый сундук досок. Я по стенкам смогу, да, громилу здесь подвести как-нибудь тихонечко вот так вот. Подведем сундуки, чтобы здесь сломать потом. Я подготавливаюсь, друзья, надо же подготовиться, не через все. Опаньки! А чё я мучаюсь? Громила ведь сюда подойдет к этой стенке, если я вот эту стену взорву. Так, три татушки. Чтобы мне отсюда, вот здесь, если громила будет стоять, не отсюда бегать там в самую даль, а с той стороны ходить. Друзья, давайте тогда ломаем вот этот еще сундук. У нас, кстати, еще третья волна должна быть прибежать. Смотрите, что здесь интересного. Здесь есть железные слитки. Здесь есть кукарику. А что 12? Должно быть побольше. Ну ладно, фиксим. У меня как бы попа не джим-джим. Мне не жалко от этого.
Вот, все, что я взял, это мне пригодится, правда. Если что, алюминиевые пластинки мы еще выкинем. Давайте еще дубль какой-то там по списку уже забыл. Открываем все сундучелы, смотрим, что тут еще может быть. Вот кислотную ванну, друзья, если бы я взял кислотную ванну, вот как вы думаете, что с нее может выпасть? Так, подожди. Подожди, кислотная ванна. А, дайте мне кислотную ванну. Где она? Вот она. А, ну, блин, ну, я не знаю, тут или железо, или еще что-нибудь может выпасть такое. Неинтересное, наверное. И третья волна бежит ко мне. Она сейчас, друзья, я ее опять обшипы обведу, наверное, скорее всего. Вот так вот. Бегите, бегите, маленькие, сюда. Бегите, все засранцы. Есть! Все, 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 все. Это последняя волна была. Я сам себя в тупик, конечно, загнал. Тут же нет прохода, нифига. Надо бежать обратно. Очень много аптечек потратил. Ну, а чё, я бегаю об шипы вместе с... Сейчас, тихо, я сейчас, друзья, приду в себя. Ё-моё, как много этого угля. Ёпти-марапти, мне что бы сталь делать? Да я возьму это все, с радостью заберу. Маленький, знаете, чё... Не-не-не-не-не! Ты что делаешь-то, глупый? Не надо этого. Чоппер, как всегда, поставлю через как-то тролливали. Знаете, что я сделаю? Я, наверное, вот этот сетик просто надену на себя и буду в нем бегать. О, ё-моё. И что мне делать? Я не хочу эту штуку выкидывать. Это целый стак угля. Вы знаете, как его долго добываешь? Правда? Вот этот сетик мы надеваем. Блин, у меня новый сетик, что ли, взять дома? Вай! Ё-моё. Ну, блин, да, мне жалко, очень жалко, жалко у пчелки, но все-таки есть еще разрушитель. Хотя разрушитель, он на той поре сдохнет сейчас. Не знаю, будем брать, не будем. Вот в этом сундуке я не знаю, я не видел, что там ломали, и вообще его, по-моему, не ломали. Поехали тогда, взорвем сейчас вот эту стеночку мы взрываем, закладываем С4, отваливаем отсюда. 100%! 100%? Да ладно! А как так-то 100% взрыва? Вот, я про это и говорил. 8 канистр у нас есть, видите? Я про это сейчас вам и говорил. Блин, 100% фильтр я еще заберу. Нормалек. Давайте вскрываем следующий сундучок. Что там у нас еще будет? Ну, ломайся. Гюль, читай, подойди-ка ближе. Ё-моё, вот это да. Но я из этого, наверное, вообще ничего и брать не буду. Эй, маленький, иди-ка сюда с этой стороны, иди, иди. Шлепай по мне с этой стороны. Вот так вот мы ломаем пока что этот сундук. И так. Ё-моё, да ладно, аптечки. Топовые аптечки, самые большие. Это нормально, ок. Это я заберу сразу же, эти аптечки мне пригодятся. И бинтиков наберем. Вот что я не могу унести сейчас, это, конечно же, спирт. И я бы забрал бы их всех. А давайте я целый стак сделаю. Так, где я тут застрял-то? Вали-вали. Вот это раз, два, три. Все. У меня получается целый стак бинтиков, да? О, нормально. Это я ему оставлю. Пускай он захавается. Изоленту я больше пока не беру, потому что изоленту у меня дома очень много. Раз, два, три. Ну-ка, удар делай, толстый. Там не толстый, там громила. Давай еще один удар. Ё-моё, друзья, хотите жрать? Забирайте все и сразу. Ёпти-марапти, а чё так много еды там? Сейчас я кое-что сделаю. Так, вот это сюда. Сделал удар. Ё-моё, сколько еды. Друзья, это просто... Мне просто... Я не могу это выкинуть. А чё мне делать-то? У меня глаза разбегаются. Металл мне нужен, фильтры. Пружинка, может быть, тролливали. Так, бинтики мы забираем. Ну, конечно же, у нас еще десяток вот этого остается. Ладно, если что, мы заберем, посмотрим. Давай, двигайся сюда, мы ломаем следующий сундук. Сломался. Что сломался? Вау, 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 вау. Я заберу резиновые детали, мне пригодятся, я их возьму домой. Даже вот эту пятерочку мы заберем. Их очень редко найдешь.
Очень... Если по локациям бегать, плюс еще 13 штучек. Что еще тут есть? 8 алюминиевых. Да, блин, чоколадки. Чоколадки, ё-моё, чоколадки. Давайте еще похаваем немного. Ломаем следующий там сундук. И у нас останется еще, по-моему, 4 или 5 сундука на той стороне. Давай. Молодец. Все, успокой. Ай, тут ничего интересного. Тут каменные блоки. Иди сюда. Громила, ты что там застрял? Ну, здесь так себе ничего интересного. Я могу пробежать здесь? Да. Иди сюда, иди, иди, иди. Вот на эту сторону иди. Я просто, друзья, боюсь, если он телепортнется, он меня с одного удара, наверное, накажет. Правда. А мне этого не нужно. Давайте, наверное, я все сундуки сразу сломаю вот так вот. Во. И потом это все откроем. Заодно нам топорики не нужны будут хоть. Так вот. Иди сюда, громилка. Бей меня здесь. Во. Слушайте, вот о таких базах я уже давным-давно мечтал, правда. Давай, ломай, где ты там? Надо, чтобы... Отлично, все вообще суперски. Че там, сломал, нет? Сломал, да? Проверяем. Ой, а че тут такое говнище, как бы это мне нафиг не надо. Давайте этот топорик... Хотя нет, подождите, топорик. Ну, тут... А, вон моя одежка-то, которую он меня свистнул. Ха! Давайте следующий сундук мы открываем. Что у нас тут? Ну, блин, тут вот, смотрите, военная одежда. Вот эта вся старая бронь, это вся моя... Не, ну, кроме вот этой, наверное, брони. Все остальное мое, то, что побитое. Я, наверное, зря эти сундуки ломал, так как здесь ничего нету. Ой, тыри-ри-ри-ри-ри, еще еда, у меня... А что, шутка, что ли, такая? Блин, почему у него столько много воды? Я бы набрал бы эту воду всю. Ладно, грабила, беги сюда. Я сейчас кое-что хочу проверить. Здесь есть станки. А, подожди. Тут есть сундук. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, сейчас сломаем еще и вот этот сундук. Ничего. Сейчас посмотрим, что в нем есть. Ну-ка. Ну, блин, ну так себе. Есть одна канистра... Ой, одна бутылка воды. Бензина. Я не знаю, брать, не брать этот бензин. Правда, не знаю, друзья. Вот это бы я взял бы, и вот это бы я взял. Ну, все остальное нафиг не надо. Здесь каменные эти станки. Так, побежали сюда, громила. Беги, 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 беги. Не тормози, пожалуйста, не тормозим. Не тормозим, съедим сникерсни, и все, и побежим дальше. Блин, телефончики надо бы брать, конечно. Все, это мне нафиг больше не надо. Ой-ой-ой-ой, как бы, друзья, мне это все разобраться, и что бы мне интересного тут набрать? Конечно. Очень много всякого. Громила, иди сюда. Громила там набил? Ё-моё, он, наверное, очень сверхсильный сейчас. Я не знаю, друзья, что тут мне брать. Правда, разрушитель, глок. Разрушитель давайте возьмем. Здесь у нас что есть? Есть немножко еды сушеной. Так, стучи, стучи. Я это как бы вот так вот сейчас сделаю. Сушеную вот эту морковку я возьму. Сушеную еду я возьму. Ну, она хорошо исцеляет просто персонажа. Очень жестко. Фу, очень жестко. Очень хорошо исцеляет. С курицей, конечно, меня что-то обманули. По идее, курицы очень много должно быть. А ее 12 штучек всего. Это очень мало. Давайте еще немножко похаваем. Персонаж не хочет жрать, пить, писить. Ничего не хочет. Все. Все готов. Ну, тут так себе. Подожди, поровоз. Есть еще замочек. А где я замок оставил? Блин. Ну, что там встал-то? Алло. Ты хоть только не телепортнись, а то я обсерюсь тут сразу же. Ну, есть, по идее, у меня еще 4 места. Иди, громила, сюда удар сделай и покури немножко. Так, здесь ничего не было. Давай, продолжай дальше меня лупить. Пам-парам-парам-пам-пам-пам-пам. Я, правда, друзья, сейчас еще разок проверю все станки. Все-все полностью проверим. 20 спирта на всякий пожарный. Я на всякий пожарный беру, друзья. Хотя... Нет, спирт... Да, я чуть немножко подзабываю. Спирт я делаю. Мне как бы это не очень так нужно. Здесь у нас... Я катану только сейчас увидел. Ничего себе. Блин, ну ладно.
Стучи пока, стучи. Я просто не знаю, что мне выкинуть. Глаза разбегаются очень быстро. Вот я не знаю, правда, я реально не знаю. Хотя я знаю. Вот это мы выкинем. Кувалду мы возьмем. Я не видел катану здесь. Я, наверное, в глазки долблюсь. Вот и я не вижу ничего. Сетиков здесь полны-полно. Друзья, если надо, забирайте эти сетики. Мне они нафиг не нужны. Проверяем еще разок этот сундук. О, алюминька. То-то, я думаю, где-то на глаза падали эти алюминьки, но я не могу вспомнить, где я их видел. Так, здесь ничего нету, да, больше? Все. Маленький, за мной, за мной. Беги сюда, беги, беги, хороший. Сейчас еще проверим разок эти все сундуки. Здесь воды очень много. Здесь еды очень много. Здесь старая и новая хорошая бронь есть. Ты долбишь, да? Долби, долби, давай. Это все перепроверено, это ничего нету тут. А. Беги сюда, маленький, беги, беги, хороший, сюда. Здесь тоже балалайка, тоже такая балалайка. Вот мне интересно, он сюда прибежит? Давайте попробуем. Вот сюда, вот ты прибежишь сюда? Да, бежит, бежит, моя радость, бежит, бежит. Молодец, молодец, хороший клоун, молодец. Ты просто супер, а тут пусто, да? Есть одна беда, то что я могу не добежать до конца карты. Правда, я могу просто не добежать. Вот этот сундук я сломаю сейчас. И, наверное, я 3 стака этих деревянных досок я все-таки возьму. Раз, два, три. А, 4. Просто мне, ну, мне нужны доски. У меня дома досок очень мало. Очень мало у меня досочек. Давайте вот так вот тогда еще сделаем. Хоп, хоп. Нормально? Теперь на изи. Я бы, правда, это все доски бы сразу бы забрал бы, но больше мне нечего выкидывать. Здесь все остальное нам пригодится в дальнейшем там. Там, в далеком там, ой-ой-ой, далеком каком пригодится. Ладно, больше я, наверное, не хочу больше дразнить этого громилу. Давайте мы его позовем сюда. Вот так вот, громила, беги сюда. И мне надо как-то сваливать сейчас. Вот как мне это все сделать? Ладно, побежали. Прожмякиваем, прожмякиваем, друзья, прожмякиваем вот это, прожмякиваем. Где выход? Да ладно, где выход-то? Ёб твою мать, где выход? Нет! Нет, 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 нет. Друзья, ё-моё, я напугался. Это столько бы я всего просрал сейчас. Вот просто бы этот инвентарь в жопу улетел бы. Эта база была крутая. Ой, Нейл, спасибо тебе большое, конечно, за такой бомбический рейд. Мне очень сильно понравился. Вот видите, если бы я поставил сюда 8 канистр, у меня была бы еще плюс одна ячейка. Еще бы один стак досок у меня был бы. Но стак досок, да. Увы, не получилось, но это самый, блин, бомбический, конечно, который у меня был рейд. Вот это да, вот это мне повезло. Вы посмотрите, я огнестрелу домой принес очень много. Всего понемножку, но этого мне хватит теперь еще на полвека. Шучу, конечно, насчет полвека. Давайте сейчас рассчитаемся с нашими рейдерами. Но рейдеры сейчас будут просить очень много, потому что база была крутая. Ой, подождите, стоп, какой рейдер-то? Ты чё? Бананчик, ты чё забылся? Какие рейдеры-то? Это же не рейдеры нам дали. Блин, друзья, я тупа башка, дай вирожка. У меня здесь осталось еще, конечно же, гуманитарный груз и найти C4. Я забыл, я правда забыл, что меня просто антирейд зарейдили. Они... Ладно, ладно, все, успокоились, успокоились. Но этот рейд, друзья, этот рейд, блин, он просто восхитительный. В конце я немножко подзабыл, куда мне бежать. И так получилось, что я чуть не всрал все, что у меня оставалось в инвентаре. Друзья, давайте я с вами буду прощаться. Кому понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякивайте колокольчик. И на сегодня всем пока-пока.